Сегодня свой профессиональный праздник отмечают строители. В честь этого в Якутске прошло торжественное собрание. В нем приняли участие строители и ветераны труда. Благодаря строителям на огромной территории нашей республики выросли города и села. Ежегодно вводятся в эксплуатацию тысячи квадратных метров благоустроенного жилья, десятки новых школ и детсадов, больниц и учебных заведений, а также других социально значимых объектов. Это не раз отмечали во время собрания. Между тем, в этом году в Якутии планируют переселить 9 тысяч граждан из-за аварийного жилья. В 2016 году сдали более 600 тысяч квадратных метров. Планы на этот год такие же у нас стоят. Значит, реализуются данные планы за счет государственных программ. Реализуется программа большая, это программа переселения граждан из ветхого аварийного жилищного фонда. В этом году, к 1 сентября, мы должны ее завершить и до конца года произвести оформление прав собственности граждан, которые переселяются в новое жилищное жилье.